messieurs, on est en génie, voilà quoi. C'est le 1er de janvier de 2017 et c'est le kiff total, mais je suis dans un plein bonheur. Угадать где мы? Estamos a lo que estamos, míralo. Еще у нас будет полдня для прогулки по этому потрясающему королевству. Вот, вот вам наш печальный опыт, печально радостный, я бы сказала. Мы passé plusieurs heures ici à faire des photos, à se promener un tout petit peu. Ну что, мы покидаем на этой прекрасной ноте Монако, Монте-Карло и отправляемся в сторону Гены. Что, вот мы и в Сан-Ремо в Италии, не поверите. Наконец-то мы успели обогнать закат, и вот буквально зацепили последние мгновения уходящего солнца. Посмотрите, пожалуйста, какие потрясающие виды нам открываются. Кстати, знаете, что в Сан-Ремо проходит знаменитый кинофестиваль Сан-Ремо? Да, я хотела бы в нем участвовать, но это в следующий раз. А сейчас давайте просто насладимся этими восхитительными видами Сан-Ремо в Италии. Per tutto ragazze, estamos en Italia ahora, estamos en Genova, pues me encanta, no me mora mazo, míralo, está estupendo todo, y si quieres mirar más, si quieres verlo todo, sígueme por favor. So let's see what happens next in our adventure, keep up with us, and stay tuned for more with me, Elena. Thank you so much, have a great day everyone. Okay guys, now can seriously pinch me, as it's been just one day and we're already in January in Italy, in this fantastic port that surrounds us. So, is there anything in the world that can be more breathtaking? For me, not. Not at least at this moment. Ahora vamos dirección Milano, el capital de la moda mundial. Pues que os digo, chicos, estamos en Italia, en Milano. А вот мы в Милане. Смотрите, как нас приветствуют. Ура! Чао, рагаци! Чао! Ну что, добро пожаловать в столицу мировой моды. Она здесь, прямо сейчас. Покупаем и покупаем и покупаем. А что мы купили? Увидите в следующем программе. Следите за нами. Os dejo el pedazo de mi corazón así. ¿Vale? Toma y guárdalo bien. Nos vemos, ¿vale? We are in Florence, Italy. Follow me for more. В общем, наша гонка за впечатлениями продолжается, и мы приземлились во Флоренции, как вы это уже, в принципе, поняли. Сегодня погода невероятно холодная. Я даже, видите, купила себе второй шарф, потому что иначе вы же здесь просто...
просто не представляется возможным. Давайте посмотрим на весь масштаб красоты, окружающей нас. Мы находимся с вами в настоящем живом музее, в, можно сказать, эпицентре мировой истории. Тщательно не устали и не упали, как Пизанская башня, мы решили прибыть все-таки в город Пизу, обгоняя рассветы и закаты. Ну, давайте посмотрим, что же нас окружает. А что будет дальше, это секрет. Смотрите. Ну что, мы в Ницце. Посмотрите, мы находимся на променаде. На мой взгляд, он просто потрясающий. Пожалуйста, оставайтесь с нами и вы увидите даже больше. Я люблю.